feeling? У меня немножечко бледненькая. Ну как, немножечко. Множечко, а реально. Смылся весь летний загар. Краш? Краш! Что еще сказать? В общем, сегодня вторник, у меня дофига дел. Мне очень много нужно сегодня сделать по учебе. Первое — это сшить юбку с кружевом. Что еще буду делать, я не знаю, мне нужно поискать, потому что у меня есть идея юбки Кэрри Брэдшо. Ну, такая, потом покажу идею. Это будет как такой поясная юбочка. Я еще не знаю, как это описать. Ну, в общем, а что с кружевом делать, я еще не придумала. Еще мне нужно сегодня доделать коллекцию по стилистике, чтобы был план коллекции. И дальше начать делать технические рисунки. Я уже написала пост на наш телеграм-канал с Юлей. Ссылочку оставлю в описании. Очень хороший канал. Я очень много времени на него трачу. Так что подписываемся. Ну, он не так много, но все равно он классный. Это мой ребенок. Еще мне в комнате очень-очень-очень-очень-очень холодно. И я немножко замерзла. Но я сейчас буду делать юбку, поэтому я буду раскручиваться на полу. Поэтому я согреюсь. На улице трэш, как и всегда в Питере. Ладно, нет. Я не хочу быть тем человеком, который живет в Питере и жалуется на погоду, потому что в целом она меня не беспокоит. Ну, типа, мне холодно, мне проще, когда жарко. Типа, я живу лучше в плюс 40, чем в минус 40, поэтому... Но что-то сегодня реально грустненько. Домашними делами. Я вчера пропылесосила 12:30 ночи. Такая у тебя хазашка, да. Можно брать меня в жены в целом. Хотя я борщ не умею готовить, поэтому еще нельзя. Только когда борщ научусь готовить, можно. А это лет 10. Сегодня какая-то вообще не смешная. А, давайте с вами сделаем старые стикеры, потому что они уже не актуальные. Еще я поняла, что мы начинаем делать брюки по моделированию, а у меня даже нет ткани. Я даже не знаю, какая ткань будет. Вообще я хотела делать макет. Я понимаю, что на макеты времени нет. В общем, что-то начинаю паниковать из-за объема работы. А эта неделя очень сумбурная, потому что в четверг мы идем с семьей на выставку в Рубеле, наконец-таки. Кстати, она скоро заканчивается, поэтому сходите, если вы еще не сходили. И потом в пятницу у меня вечером концерт Мэри Гу. А до этого я буду весь день учиться, потому что у меня иначе времени не будет на учебу. В субботу я весь день учусь, а вечером я иду в театр на Мастер и Маргариту. Очень классно, очень интересно, очень весело, но времени для учебы немного, поэтому надо начинать. В общем, то, что у меня сейчас есть, у меня есть база под вот это, на что я буду нашивать фатин. Вот. А что-то хочу сделать по типу юбки Кэрри Брэдшо и секса в большом городе. Типа вот это вот все будет такие рюши. Я буду разрезать, и из-под рюш будет выходить такое кружево. Где-то, я думаю, я прям на сам фатин переведу с помощью акрила кружево белое. Вот, на, я думаю, среднем слое. Вот, где-то я разрежу его, и из-под него будет как раз выходить кружево. Где-то оно будет обычное, а где-то оно будет плотное, крашенное акрилом. Просто задача в том, чтобы поэкспериментировать с тканью, с кружевом. Вот, я его хотела изначально красить, потому что мне нравится, как выглядит кружево, когда ты его красишь плотным акрилом, и оно застывает. Конечно, это не очень оригинально, но я хочу сделать что-нибудь такое легенькое, симпатичное. Вот, а то если я буду слишком экспериментировать, то оно будет выглядеть ужасно. Поэтому попробую сделать это. Надеюсь, оно получится интересненько. Если что, основу принесу завтра на учебу и дальше посмотрю. Получилось? О, не обращайте внимания
на свет. Я не знаю, что с ним делать, но давайте мы с вами сейчас посмотрим на кружево, ой, которое у меня есть, которое можно будет приделать. Да, не все это кружево, конечно. Я думаю, я из этой ткани буду делать, но хорошо, что решила не из нее. Так, 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 так. О боже, у меня еще тут столько всего, столько этой сетки. Может быть, еще и приделаю. Ну ладно. Так, это будет пояс к юбке. Вот так вот он будет спускаться. Это тоже самый последний момент. В общем, вот кружево. Я буду его сейчас примерять. Всем хай! Сегодня пятница. Давайте проигнорируем, да, тот факт, что я сижу в грязной футболке, что у меня немножечко антенны, да, угу. Блин, есть какой-то герой, персонаж. Это, по-моему, пчела, и у нее такие же волосы, как у меня. Игнорируем, растут, и слава богу, да? Угу. Но сегодня не просто пятница. Сегодня концерт Мэри Гу. И мы с Юлькой идем. Вот, знаете, я была рада пойти на Егора Крида. Это, конечно, абсолютно разные вещи, потому что на Егоре я хотела покринжевать. И так и получилось, а Мэри Гу, я иду на ее концерт второй раз, смотрю за каждой новой ее песней, в общем, сердечки, я не знаю, почему это прям тот стиль в музыке, там прям такая попса, которую я обожаю. Ну, плюс она девочка и понимает, что я чистую, знаете, а то не всегда хочется петь, трахать сок, пить сок. Меня YouTube забанит, наверное, да? Ну, в общем, Гонфлада и Егора Крида, да? Угу. Это стоится, меня тошнило пару дней. Наверное, чья-то мечта, я соболезную ей. Планета, даже жаль, что ты здесь. На мгновение человек одетый. Полный страсти, страха, сожалений. Воздух соленый, влажный, еще ты. Но это невозможно, он, блин, весь рассыпался у меня в руках. Вот я сам герой, очень Ребят, я только что наговорила на минут 20, и оказалось, что это все в слоу-моушене. В общем, я хотела поговорить о коже, а точнее о том, что у меня в последнее время очень сильно она испортилась. Вот особенно этот треугольник. И я просто хотела сказать, что я устала. Просто для меня было большим достаточно шоком. Я просто правда в один день просто проснулась, и у меня все обсыпано воспалениями. Причем это не просто черные точки. Акне, а именно прям воспаление. И я просто такая, боже, что происходит? Вот, если краткая история, у меня акне где-то с лет 13.
То есть с самого начала средней школы у меня проблемная кожа. Это для меня привычная вещь, то есть я всегда была самая прыщавая в классе, но, если честно, я особо насчет этого не парилась, просто всегда пыталась, ну, вылечить. То есть я, правда, обошла где-то очень большое количество косметологов, дерматологов, я не знаю, наверное, 5 или 6 или больше. Вот, и каждый просто прописывает что-то новое, и мне он помог на самом деле только последний мой косметолог. Она мне прописала биодерму умывалку, что-то на АЦ молочко. Я просто... Оно закончилось, мне его нужно купить, но оно что-то жестко дорого стоит сейчас. Вот, но на Новый год себе куплю. И ФЗЛ. И вот эти вот три продукта мне реально помогли. Вот, и, короче, до выпускного я поставила себе цель, что я хочу, ну, наверное, за полгода или еще что-то. Я такая, я хочу вылечить свою кожу. Я знаю, что звучит тупо, но просто иногда, когда есть какой-то важный день, то тебе проще реально что-то делать. И вот я на год, по-моему, отказалась от молочки. Ну, как от молока именно. Сыр я и так не ем. Вот, и от всяких там йогуртов и так далее. Начала есть уголь, пропила там курс угля. Этого в целом делать не надо, но как бы из-за того, что у меня еще были и есть проблемы с желудком, то мне это только пошло на пользу. И вот реально уголь мне очень сильно помог. Я не врач, то есть я не могу говорить почему, но он же выводит всякую гадость. Вот, и может быть это совпадение, но вот реально он мне помог. Вот что я делала, пользовалась этими тремя продуктами и ела уголь. И у меня реально стала кожа намного лучше, и вот последние полтора года у меня все тьфу-тьфу-тьфу было хорошо. Ну, типа, не идеально, но для меня хорошо. То есть у меня были периодически там какие-то воспаления, еще что-то, но их было так мало по сравнению с предыдущими годами моей жизни, что для меня это было, ну, большим прогрессом. Вот, а тут получилось такое, что я просто вот месяц назад где-то проснулась, и у меня просто все воспаление. Я вообще не поняла, из-за чего это. Как бы, ладно, если бы там я начала очень там плохо питаться, там ходить в Макдональдс каждый день, еще что-то, я не знаю, пить колу, есть чипсы, но этого не было. И самое странное, что, наверное, они появились ровно тогда, когда я почти каждый день спортом занималась, ну, хотя бы по чуть-чуть каждый день. И ела нормально абсолютно, то есть это не было какое-то огромное количество плюшек, еще что-то, хотя я уже не знаю даже, влияет это на кожу или нет, потому что я уже ничего не понимаю. И я запаниковала, я захотела купить себе ФЗЛ, ну, потому что когда ты такое долгое время уже привыкаешь видеть себя с более-менее чистой кожей, я даже BB-кремом просто начала пользоваться. Для меня это просто какое-то чудо, что мне не нужно все перекрывать. Вот, а до этого я пользовалась, типа, такой текстурой, как у Superstay и Maybelline, чтобы выйти на улицу просто хотя бы. В общем, я побежала, захотела купить себе ФЗЛ снова, потому что я им не пользовалась где-то полгода, потому что он у меня закончился, и было более-менее нормально. Прихожу в аптеку, в одной его нет, а в другой мне говорят, подождите, девушка, он есть, но вы не радуйтесь сильно. Ну, фармацевт говорит, такая, почему? А он прибивает, и там цена ФЗЛ 3600. Я просто охренела, потому что это даже дороже, чем все мои, я не знаю, штучки золотого яблока. И я такая, нет, спасибо. Вот, а мне подруга, мы с ней вместе были, посоветовала попробовать клиндице. Но она уже давно мне про него говорила, потому что она именно так вылечила свою кожу. И также мой лучший друг тоже так же вылечил свою кожу. Я решила попробовать, потому что он там чуть ли не в два раза дешевле. Ну, типа 1500, по-моему, мне стоил. Тоже не дешево, но да. А учитывая то, что до этого ФЗЛ в последний раз я, по-моему, покупала либо за 700, либо за 1000 рублей. То есть не 3500, 3600 вообще. Я начала им пользоваться, и он мне как будто бы не помогает. Просто от ФЗЛ тоже очень сильно сушит, но клиндице, я бы сказала, сушит еще больше, а толка никакого. То есть сейчас у меня просто очень сухая кожа. Ой, она очень сильно шелушится, а прыщи как были воспаления, так они и есть. То есть я не могу сказать, что мне помогает, и Ева еще говорит, что ну ты подожди, он начнет действовать через 3 недели. А уже прошло, по-моему, 2,5,
И как бы лучше не становится вообще. И я просто тоже не понимаю, типа, почему там Еве, Феде помогло, а вот мне как будто бы вообще не помогает. Конечно, вот я еще допользую до конца декабря, потому что дальше я не вижу смысла им дальше пользоваться, если он просто тупо сушит кожу. У меня губы никогда особо не сушатся, а тут они просто, блин, я не знаю, что делать. Это особо не проблема, честно. То есть у меня всегда всю жизнь было акне, но я прям очень сильно не комплексовала из-за него, потому что я просто смирилась, что я особо ничего с ним не могу сделать. И что когда-нибудь оно пройдет само. Вот, и тут просто для меня шок, что оно появилось снова, и из-за того, что у меня был такой брейк, то теперь мне реально неловко, потому что я начала думать, что вот, там, парни на меня смотрят, думают, типа, фу, что с ней, хотя это полный бред, и парни самое меньшее из моих проблем.